Всем привет, это канал Physics, и мы продолжаем играть в Undertale. Давайте мы зайдем вот МТТ Бургер Универмаг. Со своими гламбургерами делаем ваш день ярче. Давай поговорим с ним, интересно. Извиняюсь, ха-ха-ха. Это против правил болтать с клиентами, которые ничего не купили. Ладно. Гламбургер, конечно же. Так, у меня много денег. Спасибо, желаю тебе пречудесного дня. Так, все, мне хватит. Так, а теперь можно поговорить. Что? Чё все еще пытаешься заговорить со мной? Мне попадет, если буду слишком общительным с покупателями. Прости. О. Так вот, я хотел стать актером. А, все-таки. Так, жизненный совет. Ты чё куришь-то? Фу. Я уже старый, так что позволь дать тебе пару советов, малыш. Если у тебя еще есть время, не потрать его, как я. Мне 19 лет, и я уже впустую потратил свою жизнь. Романтический совет. Послушай, ты мне нравишься, малыш. Я сэкономлю тебе на нервах. Никогда не общайся с привлекательными людьми, если ты не один из них. Они просто возьмут преимущество над собой. Прям как эти дамы, однажды попросившие меня сыграть для них, стырить для них гламбургеры. И я, будучи наивным мальчишкой, согласился. Плохая идея. История с гламбургерами. Итак, я пошел в переулок к этим двум делам. Ну знаешь, посмотришь, что из этого выйдет. И тут мой босс увидел меня и спросил, что случилось. Я так испугался, что выронил гламбургеры, что нес в карманах. Стараясь сохранить лицо, я бросился их подбирать. Но стоило мне наклониться, как вес оставшихся гламбургеров стащил с меня штаны. Девочки стали надо мной смеяться. Теперь все зовут меня Бургер Штанами. Ты ж не поверь, малыш. Метатон. Когда я впервые попал в жаркое зимье, я мечтал работать с метатоном. Что ж, бойся желаний своих, малыш. Чем плох метатон? О, боже, ты видишь? Это место лабиринт дурных решений. И каждый раз, когда мы пытаемся что-то сменить, он говорит, это не так, как на поверхности. О, кстати, люди всегда ели гамбургеры из блесток и клея. Чем еще плох метатон? Почему люди считают его привлекательным? Он ведь буквально просто чертов прямоугольник. Ты знаешь, однажды я купил один из тех наборов в сети, который делает тебя более прямоугольным. Они не действуют. А твое будущее? Будущее? Какое будущее? Здесь внизу ничего никогда не меняется. Я, скорее всего, наверное, застряну на этой глупой работе. Но постой, есть одна вещь, делающая надежду. Если Асгар добудет еще одну душу, мы наконец сможем подняться наверх. Это будет полностью новый мир. Это будет второй шанс для меня, для всех. Поэтому держись, малыш. Добившись успеха, я не забуду о тебе. Ну что ж. Спасибо. Любое время, малыш. Что ж, погнали в ядро. Опачки. Ха, кто они? Я полагала, что здесь больше некому находиться. Ах, ладно. Мы не можем сейчас об этом беспокоиться. Щелчок. Сейчас будет очень много противников, которых хрен победишь. Да, готов. Вот и оно. Возвели лифт к вершине ядра. Щелчок. Кто что по бокам? Эй, а ты не хочешь поехать на лифте? Думаю, ты можешь пойти так. Если бы тут не было громадной ямы. С той стороны то же самое? Ну ладно. Лифт не работает. Что? Лифт должен быть рабочим. Тогда ладно, давай пойдем налево. Налево я уже был.
Ладно, здесь ты сам должен справиться. Берегись! Кто это? Мэджик искакивает из своей шляпы. Так. Мэджик. Очистить разум. Вы игнорируете Мэджика и думаете о пыльце и солнечном свете. Ваша защита повышена на 1. Абракадабра. Эх ты ж. Стреляет им крестиками. Опа, Мэджик делает что-то загадочное. Очистить разум. Вы игнорируете Мэджика и думаете о пыльце и солнечном свете. Ваша защита повышена на 1. Абракадабра. Как победить, да? Уставится. Преследующая сфера. Жестокая преследующая сфера ослабила под вашим взглядом. А, надо их ослабить, ё-моё. Ой. Ой. Вы чё? Так. Уставится на крайнюю сферу. Ослаблась. Пожалуйста. И спасибо. О-о-о. Сферы Мэджика не работают. А, вот что надо было с ним делать, ё-моё. Это было близко. Почему так много монстров здесь? Я имею в виду, это ведь не проблема, верно? Мы просто должны продолжать идти вперед. Чучок. Погнали. Похоже, ты не пройдешь дальше, пока не нажмешь на переключатель. Но тогда эти лазеры активируются тоже. Кажется, они появятся в следующем порядке. Оранжевый, оранжевый, синий. Запомнил? Двигайся до третьего. Ты немножко ошиблась, да. О боже мой, ты ранен? Да, я ранен. Мне так жаль, я указал тебе не ту последовательность. Все будет хорошо. Слышишь? Давай просто продолжаем идти направо. Звонок. Распути, попробуй продолжать идти направо. Не, я хочу наверх. Да что ж такое? Рыцарь-сныцарь преграждает дорогу. Спеть. Пойти в старую колыбельную. Рыцарь-сныцарь выглядит сонный. Адьос. Чё, гламбургер съесть? Давай хлопья Тэмми сидим. Не знаю. Свидание. Дождик, дождик, дождик метеоритный. Ой, я успел вовремя. Тяжело дышит. До свидания. Да блин, я не то сделал. Надо было подействовать с ним. Я хочу гламбургер оставить на метатона. Нет, это еще не конец. Макс, сохраняй решимость. Почему отсюда? Странно. И у нас, наверное, нету гламбургера. Да. Так, подожди-ка. А можешь еще купить гламбургеров? Так, все, в принципе. А я не знаю, наверное, лучше поговорить с ним еще раз сейчас. Давайте про будущее поговорим, пропустим это все быстренько. Да ё-моё. Так, ну все, хватит, хватит. Про метатона. Ну и все, в принципе. Достаточно. И сейчас надо сохраниться. Все, надеюсь, мы никуда не уйдем отсюда.
сейчас опять начнется это. Щелчок. Так, ну лифт не работает, поэтому давайте не пойдем в лифт. Ну что ж такое-то, а? Отстань. Так много болтаешь со мной. Ну ладно уже. Так, Magic. Ставится на последнюю. Следующую. Фокус-покус. Ты ж... Тихо, да не надо! Все. Абракадабра. Нормально. Ну, более-менее. Это было близко. О, почему так много монстров здесь? Я имею в виду, это ведь не проблема. Верно? Просто нужно продолжать идти вперед. Щелчок. Ай. Да-да-да, ага. Так, сначала не двигаться, потом двигаться. Опа. Есть, получилось. О, боже, это в порядке? Я, прости меня. Это у тебя нервная последовательность. Все хорошо, да? Давай просто продолжим идти направо. Она, кстати, немного другие слова сказала. Попробуйте продолжать идти направо. Ну ладно, пойдем направо. Стой! Нет, я думаю, надо идти наверх. Нет, я направо пойду. Верно. Я думала, что это правильный путь. Еще лазеры. Ладно, я в этот раз не буду мешкать. Я просто отключу лазеры, чтобы ты прошел. Они не хотят включаться. Я не могу их отключить, я... Все хорошо. У меня все под контролем. Я отключу энергию во всем блоке. И тогда ты сможешь пройти. Готово. Иди. Да что такое? Стой! Стой! Энергия включается обратно. Блин. Это не должно было случиться. Я еще раз выключу их. Когда они выключатся, пройди чуток и остановись. Ладно? Тебя не заденет. Опа. Оп. Есть. Видишь? У меня все под контролем. Все под полным контролем. Щелчок. Так, ну наконец сохранение. Ладно, ты должен... Должен? Я не знаю. Это совсем не похоже на мою карту. Извини. Мне надо идти. Да. Воздух полон запаха, а зона наполняет вас решимостью. Тут есть еще это. О! Лед все-таки прикатился до сюда. Где-то должны быть места с сундуками. Серьезно? Как это? Во! Есть. Поздравляем. Грёбаные тяголомки достали уже. Реально. Так. В мусорной корзине лежит гламбургер. Возьмете ли вы это? Давай возьмем. Получили гламбургер. Так, ну не сундуки, а мусорные ведра с гламбургерами тогда. И в той стороне то же самое должно быть. Если я правильно помню. Вот. А, 100 монет, оказывается, а не гламбургер. Ну, какая разница, ладно. Хоть что-то. У нас теперь 2 гламбургера. И еще пирог. Но пирог, мне сказали, может подействовать очень хорошо на Асгара. Поэтому я ставлю на Асгара. А Палаксилот и финальный Прокет появились. А, комплимент. И он все правильно понял. Атака его снижена. Тихо. Ну это уже не серьезно. Не
Никого нельзя пощадить, что ли? Плаксиот. Молиться. Вы стали на колени, молю тебя пощади, Плаксиот. Вспомнил о совести. Еще есть надежда. О. Плаксиот больше не хочет драться. Гав. Нет! Блин, надо что-то с ним делать. А задачить, может, надо его еще? Вы же сделали что-то загадочное. Финальный Фрогит признает, что в этом мире еще есть то, чему нужно учиться. Ой. Пиздец. Ну да достали они уже мне просто. Достали! Да конец, не конец. О, вот где я. Внутри мусорной корзины лежит гламбургер. Возьмете ли вы это? Давай. Так. Опа. Лежит 100 монет. Да, возьмем. Лишние деньги никогда не помешают. Ой, иди. А может сохранимся сразу тут? Чтоб... А где? Черт возьми, а. Так, что за бред? А, вот. Я и не понял. Так, пойдем наверх. Какая-то тут странно немножко. Да ладно, все. Плаксиот, ему нужно молиться. По совести. Зачем мне жизни? Вот сейчас надо. Ай, блин. Гав. Все нормально. Озадачить. Сделали что-то загадочное, финальный Фрогит признает, что в этом мире еще есть то, чему нужно учиться. О, боже мой. Не надо! Хватит, отстаньте от меня уже. Так, гламбург. Установлены. Абракадабра. Так, с кого начнем? Я не помню, как рыцаря с рыцаря победить. Поэтому давайте победим Мэджика сразу. Ставится на эту сферу. Первую. Так, спокойной ночи. Что ж такое-то? Так. Ставится на крайнюю сферу. Все. Прощай, абракадабра. Ой, получается темный блеск. Так, все, одного пощадили. Что ж такое-то? Как его? Ну, спеть надо. Хочу старую колыбельную, рыцарь Снитцель выглядит сонный. Ух ты ж. Кто-то я не знаю. Пахнет как звездная пыль. Спеть опять. Продолжайте петь, рыцарь Снитцель закрывает глаза. Адьос. Ай. Коня наблюдает. Это что ж такое, а? Спеть. Продолжайте петь. Рыцарь Снитцель заснула. Все. 130 монет. Да кто еще, а? А вас не многовато? Что за кошмар? Плаксиот молится. Тальгани, не молится о пощаде. Плаксиот вспомнил о совести. Да почему? Я же вылечился этими штуками. Какого хрена они не должны меня убивать? И почему так быстро? Я вроде там, не знаю, ну два раза ударился, у меня было, в принципе, половина жизней. Но это сумасшествие какое-то уже.
самое мое нелюбимое место. Не сдавайся. Ой, у меня как-то получается уворачиваться. Так, я не понял. Блин, я же не взял эти. Надо же взять их все-таки, да? Все, я взял. Не быстро, а. Не надо! Задачить. Ага. Так, ну это не сложно. Все. Победили. Так. Гламбургер. Восстановлены. Фокус-покус. Да что ж такое-то, а? Я не могу так, это тяжело. Мэджик ставится. До свидания. Да блин, а? Мне кажется, у них атаки так легче будет, поэтому... ставится на крайнюю сферу. Кадавра. Опасно. Рецептинцы спеть ему. Кадабра. Так. Спеть. Продолжайте петь, рецептинцы закрывать глаза. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Есть. Спеть. Продолжайте петь, рецептинцы заснула. Абракадабра. Все, щадим их всех. Фух. Ладно, более-менее справились. Остались они. Так. Плахцелот. Молиться. О совести. Еще есть надежда. Вот, они меня лечат. Ай. Только мало что-то. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Нет. Нет. Скотина, ну там нельзя было пройти, а? Я не хотел лечиться, у меня так в жизни бы никогда не осталось. Оставьте мне гламбургеров на метатона, вы чё? Они сумасшедшие, блин. Я чё, вам бог, что ли? Я же не могу так проходить. Это жопа вообще полная. Ай, вас немноговато слишком, а? Да что ж такое? Да это вообще невозможно, блин. Сделал свой выбор. А, это как проходить, ё-моё? Ой, блин, мне просто повезло сейчас. Молиться. Есть. Более-менее. Ой, вы... сначала мэджика. Да что ж такое? Да вы с ума сошли, а? Она прям на меня летит. Уже бесит, реально. Мне еще так мало жизни, блин. По 4 штуки сносят. Даже больше, мне кажется. Да блин, а!
Ох, бесит меня просто это. Не надо эту атаку! Скотина, Фрогет! Бесит уже, блин! Это невозможно! Вроде обычный, блин, Метатон и то легче, чем вы все взятые вместе. Это реально уже бесит. Ой, боже мой. А почему хилки лечат так слабо, а? По 16? Серьезно? Это еще больше, блин. По 16? Ой, по 6, то есть, блин, фу, 16. 6, по 6! Это ж пипец, по 6! Ой. Да не надо эту атаку, не надо! Самая бесящая атака меня. Пойдем сохранимся. Но это уж вообще беспредел какой-то. Блин, если они сейчас вернутся еще, это же будет вообще капец. А, нет, не вернутся, это хорошо. Более-менее. Так, начинаем с Мэджика. Так. Что такое? Надо около меня именно летать, а? Так, все. Этот побежден как бы. Но мы оставим его. Не хочу щадить, хочу быстро закончить со всеми. Что ж такое-то? Останьте оба. 130 монет. Да Фрогет тут сложнее вас, обоих. Конечно, блин, Фрогет тут и вот эти атаки самонаводящиеся. Это же вообще капец полный. Да. Заставили, блин, мета попотеть, блин. Все, последний. Три. Ну, начнем с Паксилота, его легче мне победить, его один раз надо. Все. Есть. Уйдите. Все, не будет мешаться зато. Отстаньте! Гламблокер. Как этого глазастика победить, а? Я не помню. Ладно, давай финального Фрогета уберем отсюда. Задача. Не надо! Все, остался ты, глазастик. Ну, более-менее, ладно. Так, что с тобой делать? Не дразнить, вроде, да? Наконец кто-то сделал это. Ух ты ж, ух ты ж. Всё. Фух. Это полное сумасшествие. Так, куда дальше? Я не знаю. Там мусорка, да? Но... Надо, наверное, вниз. Вс.
сюда. Ну, вроде сюда. Кто еще? Отстань. Дразни меня. Дразнить. Вот так. Все, отстань. Наконец-то! Так, лифт не работает? Этот лифт. Понятно. Давайте попробуем сразу метатоны и победить, а? Похоже, вы можете пропустить монок метатона, развернув его в другую сторону. Что вы сделаете? Да пропустим. Что-то клевое позади тебя. Серьезно? Где? Пипи. Умно, очень умно. Ну что ж, погнали. Если еще едим гламбургеры. Свет, камера, мотор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое? Че не то? Я не понял. Не можешь сдаться сейчас. Макс, сохраняй решимость. Быстро как-то, подожди. Метатон, ты что-то заливаешь тут хрень какую-то. Пропустить. Все. Так, пощада. Свет, камера, мотор. А, вот как надо, ё-моё. Так, метатон. Драма, романтика, кровопролитие. А! Насилие. Иду, которого жаждут. Есть. Метатон. Улыбнитесь в камеру. Идите. Блин, когда мало жизни, это еще сложнее. О, время для поп-викторины. Надеюсь, что вы принесли клавиатуру. Это вопрос сочинения. Начните водить. Метатон. Блядь. Прекрасно. Иногда мало слов предлагают так много смысла. Метатон сохраняет эссе для дальнейшего использования. Ваше сочинение действия открыло всем ваше сердце. Почему мне не открыть вам свое? Уйди. Опа. Давай. Опа. Есть. Метатон. Я только разогреваюсь. Уйдите вы, только не вы. Ой. 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 Но каковы вы на танцполе? Так, ладно. Все, метатон. Похоже ли держать темп? Есть. Метатон. Свет, камера, бомбы. Опа. Иногда они взрываются. Есть. Время для союзно регулируемого перерыва. Все, перерыв. Вот он. Ой, что с тобой происходит, а? Мы так отдались друг от друга, дорогуша. Насчет сердца к сердцу. Опа. Ой-ой-ой. Я могу умереть. Что ж такое? Опа.
Поесть. Так, вещи. Гламбургер. Еее. Так, руки кому нужны с такими-то ногами? Я все еще собираюсь победить. Ой-ой-ой. Опа. Так, нет, пока не надо. Давай. А, нормально. Потом шоу должно продолжаться. Он драма-мотор. Ха. Свет камера. Довольно, действительно, ты хочешь обречь человека на гибель? Или ты просто настолько сильно в себя веришь? Этот он сидит. А, как восходящее. Что ж, дорогуша, либо я, либо ты. Но я думаю, что мы уже оба знаем, кто держит победу. Узри истинную силу звезды человечества. А. Чёрт возьми, а. Есть. Так. Нет, вещи. Гламбургер. Есть. В таком случае, ты звезда. Сможешь ли ты защитить человечество? Опа, опа. Ага. Так, ладно, все нормально. О, нет. Метатошки. Так, подожди-ка. Опа, опа. Фух. Фух, боже мой, а. Это жестоко. Оп-оп-оп. Ну когда же уже все закончится, а? А! Уйдите, метатошки! Ой. Цели. Ну ладно, все нормально. Давай съедим пирог. Боюсь проиграть. Ну когда уже все закончится, а? Может, хватит уже, а? Опа. Метатон. Может, чем поговорить с ним, а? Это поворот. Что ж такое, да? Метатон. А, поза. Драма. Драматично поделиться, или? Надо ему повысить ренчик, да? А на сколько? Да, ой. Боже мой. Хвастать. Говорите, что не получит ни одного удара.
Паритет начинает расти, когда в деле метатон. Опа. Метатон. Класс. Если вы говорите, что не получили нового удара, это начинает расти. Ну как тебе рейтинг, а? Классный. О, посмотри на эти рейтинги. Это самое большое число зрителей, что когда-либо имел. Мы дошли до приема звонков. Удачливый зритель получит шанс поговорить со мной, прежде чем я покину подземный мир навсегда. Давайте же узнаем, кто дозвонился первым. Приветствую, вы на ТВ. Что бы вы хотели сказать на нашем последнем шоу? Ох, привет, Метатон. Мне очень нравится смотреть твое шоу. Моя жизнь достаточно скучна, но возможность увидеть тебя на экране приносит чувства в мою скучную жизнь. Я не могу сказать, но я предполагаю, что это последний эпизод. Я буду скучать по тебе, Метатон. Ох, я не думал говорить так долго. Ох. Нет, постой. Постой, Блу. Они уже повесили. Я приму другого дозвонившегося. Метатон, твое шоу делает нас очень счастливыми. Метатон, я не знаю, чтобы я смотрела без тебя. Метатон, ты оставил след в форме метатона в моем метатонском сердце. Ах, я понимаю. Всем огромное вам спасибо. Дорогуша, возможно, будет лучше, если я останусь здесь ненадолго. У людей уже есть свои звезды и идолы, но у монстров у них есть лишь я. Если я уйду в подземный мир, возможно, потеряю свою искру. Возможно, я оставлю ноющую пустоту, которая никогда не наполнится. Итак, я думаю, мне необходимо отложить свой большой дебют. Кроме того, ты доказал, что очень силен. Возможно, достаточно силен, чтобы одолеть Асгара. Я уверен, ты сумеешь защитить человечество. Ха-ха. В любом случае, все это к лучшему. Правда в том, что энергопотребление этой формы неэффективно. Через несколько мгновений я истрачу заряд батарей и... Ну... Я буду в порядке. Срази их наповал, дорогуша. И всем спасибо. Вы были отличными зрителями. Мне удалось открыть замок. Вы тут что? Господи. Метатон. Метатон, ты что? Слава богу, это всего лишь батарейки. Метатон, если бы ты умер, у меня бы... В смысле, эй, это маленький пустяк, знаешь? Он же робот, если накосячишь, я всегда могу построить еще одного. Может, ты пойдешь дальше? Дальше. Я вообще не знаю, куда идти. Что такое? Извини насчет этого. Давай продолжим идти. Так ты собираешься встретить Асгара, да? Волнуешься насчет всего этого, да? Наконец-то ты доберешься до дома. Подожди. Я имею в виду, я просто собираюсь сказать прощай, и это больше не выдержу. Я солгала тебе, душа человека. Недостаточно сильна, чтобы перечить барьер в одиночку. Он требует, по крайней мере, душу человека и душу монстра. Если ты хочешь попасть домой, тебе придется забрать его душу. Тебе придется убить Асгара. Мне жаль.